Уважаемые участники семинара, сегодня на площадке Национального центра правовой информации мы проводим семинар под названием «Новые правила приема высшее и среднее специальное учреждение образования. Что нужно знать абитуриентам?». Меня зовут Сергей Антонович Каспирович, я являюсь начальником Главного управления профессионального образования Министерства образования, которое курирует все вопросы деятельности учреждений среднеспециального, профессионально-технического, высшего образования, учреждений дополнительного образования взрослых. Напомню, что 27 января 2022 года принят указ президента Республики Беларусь за номером 23, которым скорректированы правила приема лиц для получения высшего образования первой ступени и среднеспециального образования, а также правила приема для получения общего высшего и специального высшего образования, правила приема получения среднеспециального образования. Название достаточно длинное, но оно отражает суть. Правила приема в своей части касаются 2022 года, а вот что касается общего высшего и специального высшего образования, это термины, которые появились в новой редакции кодекса об образовании, этот прием уже будет во времени, начиная с 2023 года. В рамках нашего эфира я расскажу о том, как в текущем году, в 2022 году будет организовано ЦТ, какие особенности приема ожидают абитуриентов и, конечно же, их родителей, потому что это, как правило, очень заинтересованные лица в текущем 2022 году, к чему стоит готовиться тем, кто будет поступать в 2023 году, и особо обращаю на это внимание, потому что подходы в 2022 году меняются несущественно, а вот в 2023 году абитуриентов ждет много нового. И также расскажу о новых специальностях, которые предлагают абитуриентам наши вузы и колледжи в текущем 2022 году. Также я отвечу на те вопросы, которые поступили, и тем, кто не успел направить вопросы заблаговременно до начала эфира, можно, напоминаю о том, что можно это сделать во время трансляции. Вопросы можно отправить на адрес электронной почты, который вы видите прямо сейчас на экране. Итак, уважаемые участники, прежде чем говорить о нормах законодательства, скажу очень важную вещь. Действительно, ежегодно планы приема в вузы, колледжи, учреждения профессионально-технического образования, лицеи и колледжи определяются, исходя из потребностей экономики, исходя из изменений структуры потребностей работодателей, заказчиков, кадров, а также с учетом, естественно, образовательных потребностей граждан. Если мы говорим о бюджетной форме получения образования, то в первую очередь в расчет берется та потребность, которая предъявляется заказчиками кадров, информация, которая аккумулируется Министерством труда, а также в автоматизированной системе заказ и прием. Если мы говорим о платной форме получения образования, то это и потребности экономики, и, конечно же, образовательные потребности граждан. Так, в 2022 году на уровне высшего образования мы планируем принять на бюджетную форму порядка 27 700 граждан, на платную форму порядка 25 700 граждан. И в этом объеме, как вы видите, доминирует структура, уже доминирует доля приема на бюджетную форму, что, конечно же, определяется потребностями работодателей. Если мы говорим об уровне среднеспециального образования, да, и на уровне высшего образования будут принимать у нас в этом году абитуриентов 49 вузов. Один из вузов частных в этом году прием не объявляет. Что касается уровня среднеспециального образования, то в текущем году прием планируют осуществлять 110 учреждений среднеспециального образования, колледжей. Это отдельные учреждения образования, из них 8 частной формы собственности и 84 учреждения образования, фактически которые реализуют образовательные программы среднеспециального образования. Это колледжи, например, в структуре вузов и иные учреждения. На уровень среднеспециального образования мы планируем принять абитуриентов в количестве, уже затем учащихся, в количестве порядка 39,5 тысяч.
Если мы говорим об уровне профтехобразования, то здесь прием планируют осуществлять 122 учреждения профтехобразования. Прием планируется более чем по 250 профессиям. Кроме того, прием для обучения будут осуществлять 43 учреждения образования, реализующие образовательные программы профтехобразования. Опять же, это либо колледжи в структуре вузов, либо иные учреждения. Всего планируется принять на уровень профтехобразования около 26 тысяч человек. Как, наверное, наши слушатели, участники знают, профтехобразование – это в основном бюджетная форма получения образования. Фактически к 100% приближается доля бюджетной формы. Обращаю внимание, что уже вступила в силу одна из норм новой редакции Кодекса об образовании, которая говорит о том, что заказчиками целевой подготовки могут быть организации, которые расположены не только в сельской местности, в малых городах, а также на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, но и фактически любая организация, расположенная в любом населенном пункте нашей страны, начиная от столицы и заканчивая и областными городами, и районными центрами с численностью населения более 20 тысяч. То есть фактически при наличии кадровой потребности, долгосрочной потребности, любая организация, любое предприятие может заказать целевика, и это действительно может быть интересно многим абитуриентам, потому что уже на стадии поступления при наличии особой траектории для поступления, а это отдельный конкурс в 2022 году, и ранее так было, в 2023 году будет много интересного, собственно говоря, уже можно видеть своего работодателя. Для этого нужно обратиться к потенциальному работодателю, предложить себя, и если работодатель заинтересован в кадрах по соответствующему направлению, по соответствующей специальности, то он может заключить такой договор предварительно о целевой подготовке, с которыми нужно будет прийти в приемную кампанию вуза или колледжа или профессионального лицея. Если говорить о новых специальностях, вот прежде чем о новеллах законодательства, все-таки я к ним плавно подхожу. Так вот, если говорить о новых специальностях, они также всегда в фокусе, они интересуют абитуриентов, то отмечу следующее. На уровне высшего образования вузы активно в этом году предлагают поступление на новые специальности. Назову отдельные из них. Информацию подробную можно получать, естественно, на официальных сайтах наших вузов, колледжей. Это Брестский государственный университет имени Пушкина объявляет набор на новую специальность урбанология и сити-менеджмент. БГУ также объявляет набор на новые для страны специальности, то есть впервые подготовка начинается. Это геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность, а также вторая специальность – биоинженерия и биоинформатики. Интересные межпредметные совершенно новые специальности, по которым подтвержден заказ, по которым работодатели уже понимают, что им нужны будут такие специалисты. БНТУ открывает новое направление в рамках как бы классической специальности, но тем не менее это абсолютно новое направление, за которым, полагаю, действительно будущее. Это цифровые технологии на промышленном предприятии, а направление данное открывается в рамках специальности организация производства и экономика организация производства. Белорусский государственный технологический университет открывает специальность технология переработка биополимера. Также, например, Минский государственный лингвистический университет открывает подготовку по специальности японский язык и второй иностранный язык со специализацией специальный перевод. Ряд иных университетов также открывают подготовку для новых, как минимум для региона, для области специальностей. Новые специальности есть и в колледжах. Например, Минский городской педагогический колледж открывает подготовку по специальности «Педагогическое сопровождение». Одновременно с ним такую подготовку открывает Волковысский колледж, который является филиалом Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. БНТУ имеет ряд филиалов колледжей, в частности, Минский государственный архитектурно-строительный колледж в этом году также открывает новую специальность и набирает абитуриентов на специальность дизайн
городской среды. А филиал БГТУ, Белорусский государственный колледж промышленности строительных материалов, открывает подготовку по новой специальности обслуживания систем водоподготовки и водоочистки. Справочно хочу отметить, что интересная картина происходит на уровне профессионально-технического образования. В этом году новые абсолютно специальности не открываются, но профлицеи и колледжи с учетом потребностей в кадрах в соответствующих регионах фактически открывают подготовку по более чем 140 новым профессиям, по которым в них, скажем, в предшествующем году и ранее подготовка не велась. Вместе с тем, по невостребованным в регионах профессиях подготовка в тех или иных учреждениях профобразования закрывается. Это обусловлено потребностями заказчиков кадров, поэтому обращаю внимание абитуриентов на то, что необходимо внимательно смотреть на сайты учреждения образования. Если вы видели в прошлом году прием на ту или иную профессию, например, на уровне профтехобразования, то это не означает, что в этом же учреждении образования прием на нее тоже будет и в этом году. Надо смотреть, надо отслеживать ситуацию. Ну и, соответственно, часто вот задают вопрос, а как же там проходные баллы оценивать, как оценивать шансы. По сути, могу сказать, что такой разумный ориентир единственное – это смотреть на ту конкурсную ситуацию, те проходные баллы, которые складывались в предшествующие годы. Спрогнозировать ситуацию в текущем году крайне сложно, если сказать еще более так конкретно, невозможно, потому что никто не знает, какой круг абитуриентов, с какой уровнем подготовки придет в то или иное учреждение в этом году, с какими баллами, и еще интереснее на эту именно специальность, которую вас интересует. Теперь, если поговорить уже более предметно о нашей с вами теме, о новеллах, о новшествах правила приема, то сразу разделю эту тему на две части. 2022 год – это 11-классники нынешние, которые будут поступать в вузы, в колледжи. Это выпускники учреждений профтех, среднеспециального образования этого года. И отдельно тема 2023 года, которая, ну, может быть интересной выпускникам этого года, если есть планы поступать только в следующем году. Но полагаю, что более интересной она будет нынешним 10-классникам, а также учащимся предвыпускного курса колледжей и профтехлицеев. Итак, в 2022 году изменений немного. Начнем с того, что сроки приемной кампании, они достаточно традиционные. Первый и важный этап, который нужно не пропустить, это регистрация на централизованное тестирование. Централизованное тестирование остается основным, главным инструментом, который позволяет поступить. Необходимо сдать ЦТ, как правило, минимум по трем предметам, можно по четырем. Ничего не изменилось здесь. Это расширяет выбор специальности потенциальной. И с тремя сертификатами уже приходить в приемную комиссию соответствующего вуза. Это касается уровня высшего образования. Значит, что касается сроков. До 1 июня важно завершить регистрацию. Почему я говорю такое вот мудреное словосочетание «завершить регистрацию»? Вы знаете, что сейчас уже возможна онлайн-регистрация, удаленная, которая позволяет зарегистрироваться в том или ином пункте регистрации на ЦТ, на централизованное тестирование, соответственно, в том или ином пункте проведения ЦТ, не обязательно в том, в котором вы проходите регистрацию. Вы регистрируетесь по трем предметам, либо по четырем, а дальше надо не забыть забрать сертификат. То есть, в принципе, этап посещения учреждения образования, которое является пунктом регистрации, а их у нас 41 вуз или колледж, которые регистрируют и проводят ЦТ, значит, до 1 июня нужно забрать пропуска на соответствующие предметы, по которым планируется пройти ЦТ. ЦТ начинается с 14 июня белорусским языком, тестированием по белорусскому языку, и, соответственно, затем шагом в один день проводится тестирование по иным предметам. Информация подробная есть и на сайте Министерства образования, и на сайте Республиканского института контроля знаний, который является основным оператором, ну фактически единственным главным оператором всей процедуры проведения ЦТ.
Дальше наступает стадия подачи документов на уровень высшего образования, среднеспециального или профтехобразования. Не называя все даты детально, опять же, информация о сроках проведения размещена на сайте Министерства образования. Тем не менее, соответствующие нормативно-правовые акты принимаются и приняты. Прием документов, например, на уровень профтехобразования у нас уже начат будет начат с 15 июня, это самая ранняя стадия подачи документов, будет завершен 20 августа и зачисление до 25 августа. Что касается специальностей в рамках высшего образования вузов, то здесь сроки приема таковы: с 18 июля фактически начинается прием на бюджет и на платную форму. Прием на бюджет завершится 24 июля. Не нужно забывать, что абитуриенты, которые желают и рассматривают для себя возможность поступления на платную форму в рамках сокращенного обучения, а именно это выпускники колледжей, которые поступают на профильные специальности, надо тоже подать документы в эти сроки, то бишь до 24 июля. Почему? Потому что потом внутренние вступительные. Выпускники колледжей могут поступать, напоминаю, на профильные специальности, на сокращенную форму, не по ЦТ, а сдавая в ВУЗе уже предметной комиссии, предметным комиссиям два профильных вступительных, которые фактически выстраиваются на основе дисциплин, изученных в колледже. Значит, дальше идет этап, традиционно продолжается внутренних испытаний, подача документов на платную форму, зачисление на бюджет, на платную и так далее. Вся приемная кампания на уровень высшего образования у нас завершится фактически 10 августа. При этом традиционно сроки приема на заочную форму по сельскохозяйственным специальностям отнесены на ноябрь-декабрь текущего года, что дает возможность лицам, которые заняты в сельском хозяйстве, активно, в общем-то, реализовать свои образовательные потребности. Что касается непосредственно новшеств законодательства. Итак, в 2022 году их немного. Фактически отсутствуют новшества, которые затрагивают широкий круг граждан, то есть всех. Есть новшества, которые локально затрагивают отдельные группы абитуриентов, например, выпускники профильных классов спортивно-педагогической направленности при должном уровне успеваемости, а именно все отметки в аттестате не ниже 7 баллов, а по профильным предметам не ниже 8, могут поступать без вступительных испытаний на специальности в области физической культуры и спорта. Это одно новшество, без вступительных. Это действительно серьезная льгота, не нужно сдавать ЦТ. Дальше. Выпускники профильных классов военно-патриотической направленности, а также профильных классов «Юный пограничник» могут поступать в вузы, например, силового блока, военная академия в частности, военные факультеты, а также институт пограничной службы, вне конкурса, опять же, при должном уровне успеваемости, здесь требования несколько мягче, в аттестате все оценки ниже 6 баллов. И здесь важно понимать, что ЦТ нужно сдавать. Здесь внеконкурсное зачисление, то есть вступительное испытание в виде ЦТ, сертификатов ЦТ необходимо представить. Еще одно новшество касается лиц, которые сдали единый государственный экзамен в России. Это и российские граждане, и граждане, например, нашей страны, которые проживали, имели такую возможность сдать ЕГЭ в России. Значит, соответственно, можно дополнительно к тем траекториям, которые были, например, для российских граждан, и поступление на бюджет в наши вузы на общих основаниях с белорусскими гражданами и на платной основе, это по ЦТ. Значит, появилась дополнительная возможность поступления без вступительных испытаний, то бишь без ЦТ, при наличии сертификатов ЕГЭ на платную форму в пределах 20% от мест плановых на востребованные экономикой специальности. Это новшество также необходимо иметь в виду.
Собственно говоря, вот укрупненно основные новеллы этого года я назвал. В этой связи полагаю, что более интересным будут новеллы 2023 года. Их немало. В какой-то степени они определяются и новой редакцией Кодекса об образовании, ну и, конечно же, новыми правилами приема. Повторюсь, эти правила приема уже приняты и в определенной части заработают только с 2023 года. Итак, прием будет осуществляться на уровень высшего образования, значит, общего и специального. Ну, фактически это так называемый бакалавриат и непрерывная образовательная программа. Значит, в рамках как уже имеющихся подходов, так и будет достаточно много новшеств. Одно из важнейших новшеств, которое уже достаточно много обсуждалось, с 2023 года только это заработает, это возможность поступить в ВУЗ по результатам школьного централизованного экзамена. Значит, с 2023 года будет введен в качестве выпускного в школе, не в колледжах, не в профтехучреждениях, а только в учреждениях общего среднего образования, то есть в школе, выпускной в форме централизованного экзамена. Что это такое? По технологии это, в общем-то, процесс, схожий с централизованным тестированием. А по сути это выпускной, в первую очередь, экзамен по двум предметам. Это математика и это один из государственных языков по выбору, русский или белорусский, по выбору самого школьника. Соответственно, здесь важно знать еще дополнительно, что фактически, помимо полученных оценок, которые будут проставлены в аттестате по названным предметам и, естественно, повлияют на средний балл аттестата, значит, будет еще возможность, и это в обязательном порядке такая возможность будет представлена выпускникам школы, получить сертификаты по этим двум предметам, по которым сдан выпускной экзамен в школе. Он называется, повторю, централизованный или ЦЭ, как кому удобно, централизованный экзамен. Об этом говорю вот несколько раз для того, чтобы четко развести границы между С и ЦТ. Итак, два сертификата на руках, а дальше выпускник школы сможет сдать централизованное тестирование, но не по предметам, которые сдавались в школе в форме С, а по иным предметам. Например, естественно, при поступлении на многие специальности и на большинство потребуются три сертификата. Поэтому на ЦТ можно будет сдать еще до трех предметов: физику, химию, биологию, иные предметы. Соответственно, в результате у абитуриента будет набор сертификатов ЦЭ и ЦТ, который позволит, в принципе, представить документы для поступления на избранную специальность. И будет выбор, как минимум, не уже, чем сейчас, в том плане, что специальности можно будет выбирать, имея, соответственно, сертификаты ЦТ и С, в общем-то, в определенном разрезе, в определенном направлении и так далее. Сертификаты и С, и ЦТ будут действовать, как это и было с сертификатами ЦТ, 2 года. То есть фактически, получив результаты С и ЦТ, можно, собственно говоря, значит, с этими результатами поступать в году окончания школы и через год. Это не означает, что выпускник школы, например, 2023 года, не сможет сдавать ЦТ, сдавая в школе, например, С по русскому языку. В 2023 году по русскому языку ЦТ сдать будет нельзя. А вот в 2024, уже расставшись со школой, как это и было ранее, право гражданин имеет сдавать ЦТ, собственно говоря, по тем вот предметам, которые это, значит, позволяют, требуют правила приема на ту или иную специальность. Соответственно, это одно из новшеств, полагаю, что оно является наиболее важным, но оно затрагивает не только процесс поступления, и может быть даже и не столько, а сколько, собственно говоря, завершающую стадию обучения в школе.
Значит, появляются дополнительные новшества, касающиеся, например, приема на целевую подготовку. Я это чуть выше анонсировал. В частности, речь идет о том, что помимо уже реализуемой нормы о расширении географии заказчиков целевой подготовки, в 2023 году увеличатся процентные квоты набора на целевую подготовку, например, по медицинским специальностям до 80% бюджетных мест будет отводиться при наличии потребности у заказчиков на целевые места. На сельхозспециальности это будет до 70%. На иные все специальности количество целевых мест может быть до 60%. Это достаточно много. Кроме этого, хочу отметить, что в 2023 году изменится, сильно изменится, я бы сказал, прием на целевую форму получения образования. Потребуется предоставлять приемную комиссию не сертификаты ЦТ, а надо будет сдавать внутренние вступительные по одному из профильных предметов, в зависимости от специальности. Это может быть физика, математика, химия и так далее. И все, и аттестат. И конкурс будет выстраиваться по среднему баллу аттестата, суммированному с результатом внутреннего вступительного по одному предмету. Еще будет много интересных новшеств. Одно из новшеств – это дополнительная, абсолютно новая и дополнительная, повторюсь, траектория поступления в вузы посредством участия и, конечно же, побед в университетских олимпиадах. Университетские олимпиады по новым нормам смогут проводить университеты, определяемые Министерством образования, будет определяться перечень предметов. Это будет в русле школьных предметов, но с особыми заданиями, несколько творческого такого олимпиадного характера, возможно, увязанными со спецификой вуза. Значит, будет определяться перечень вузов, предметов, ну и, конечно же, потом специальностей, на которые победители олимпиад смогут поступать всего-навсего без вступительных испытаний. То есть достаточно будет победить в вузовской олимпиаде по соответствующему профилю, предмету, и затем иметь право, будет такой победитель, на поступление в вуз, в этот вуз, где проводилась олимпиада. Это принципиальная особенность, в отличие от республиканской олимпиады по учебным школьным предметам, где возможность поступления есть в разные вузы по льготным траекториям. Здесь олимпиада, я бы так сказал, привязана к конкретному вузу, и возможность поступить здесь будет в этот вуз. Обращаю внимание, что республиканская олимпиада никуда не денется. Вузовские олимпиады – это дополнительная траектория, дополнительная возможность, интересная, с моей точки зрения, и перспективная возможность попробовать себя в таком интересном деле, соревновательном. Дополнительно могу сказать, что появится еще ряд норм, ну, например, требования 10-месячного стажа работы при поступлении на заочную форму бюджетную. Потребуется, ну, это фактически будет означать, что выпускник школы в год окончания поступить на заочную форму, да, это и неправильно, конечно, с точки зрения сути заочной формы не сможет, но поработав определенное время на конкурсной основе, поступить сможет. Кроме того, могу отметить, что будут введены и дополнительные изменения, например, выпускники нашего учреждение образования, национальный детский технопарк, который реализует образовательную программу дополнительного образования одаренных детей и молодежи, смогут при наличии рекомендаций наблюдательного совета детского технопарка поступать без вступительных, фактически только по результатам собеседования, на технико-технологические, естественно, научные специальности в соответствующие вузы. Будут, собственно говоря, определены еще и отдельные подходы, например, к поступлению в Академию управления. Академия управления будет проводиться, реализовываться образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи на повышенном уровне, и успешное освоение такой программы позволит обучающимся поступать фактически без вступительных испытаний в Академию управления.
Значит, еще, собственно говоря, одно новшество, которое тоже требует внимания. Я перечислил основные, но вот одно новшество, почему-то здесь немножко иногда об этом забывают, это поступление в колледжи. Если сейчас, как знают наши, я думаю, абитуриенты, для того, чтобы поступить на специальности среднеспециального, значит, в текущем году, на ту специальность, где конкурс в прошлом году был высоким, более 3 человек на место, необходима сертификат СТ и аттестат, естественно, это само собой разумеется, то в следующем году уже СТ не понадобится. Конкурс будет выстраиваться исключительно на все специальности, неважно, каков был конкурс в году предшествующем, будет конкурс выстраиваться по, значит, среднему баллу аттестата всего-навсего. Собственно говоря, вот основные новшества, вот основные изменения, которые ждут наших абитуриентов как в текущем году, так и в 2023 году. Естественно, я хочу пожелать всем нашим гражданам, которые хотят получить профессиональное образование вне зависимости от уровня, профессионально-техническое, среднеспециальное, высшее, удачи в этом году, поступление на выбранную специальность, выбранную осознанно, по зову сердца и души, по тем оценкам, которые проводились предварительно, не по баллам сертификата, хотя я не исключаю, что отдельные абитуриенты, оценив свои результаты ЦТ, конечно же, будут определяться окончательно, но, конечно же, очень важно, чтобы при выборе специальности, при выборе вуза, СУЗа, направления обучения, конечно же, собственно говоря, в первую очередь оценивалось желание потом работать по соответствующей профессии, по соответствующему направлению. И обращаю внимание, прежде чем отвечу на вопросы, которые поступили уже ранее, обращаю внимание, что многие вузы проводят зачисление на группу специальностей, что облегчает жизнь абитуриенту. Эту информацию можно узнать на сайтах вуза. Это означает, что вы приходите в приемную комиссию, вы выбираете не одну, а несколько специальностей, определяете приоритеты, первую специальность, которая вам наиболее интересна, вторую, третью. Конечно же, такие группы образуются только когда набор испытаний вступительных одинаков, например, физика, математика, значит, и государственный язык. И вы подаете документы фактически на группу специальностей, и дальше не нужно в последний день вот уж очень так глобально мониторить с желанием перенести документы, потому что шансы поступить, если не на специальность первого приоритета, то, например, на специальность второго или третьего приоритета, они высоки. Вот на это я обращаю внимание, об этом тоже необходимо знать. Это не новшество, это подходы, которые уже действуют давно, однако отдельные университеты здесь вот добавляют такой пул специальностей, который объединяется в группы. В прошлом году, например, не было набора вот на те или иные специальности в группе, в этом есть. Это нужно отслеживать на сайтах вуза. Обращаю внимание абитуриентов, что всю информацию о приемной кампании можно будет видеть на сайте Министерства образования. Там размещены и будут размещаться дополнительно принимаемые нормативно-правовые акты, регулирующие порядок проведения вступительной кампании. Там же будут размещены справочники для абитуриентов в электронном формате. Ну и, конечно же, будет работать горячая линия, посвященная вопросам исключительно приема на все уровни профессионального образования, от профтех до высшего. Эта линия будет работать по номеру 222-43-12. Минский номер с кодом, естественно, 8017. Ну и, уважаемые слушатели, уважаемые участники семинара, попытаюсь, собственно говоря, надеюсь, буду иметь успех в этом, ответить на поступившие вопросы. Вопросы у меня есть поступившие заранее, а вот если поступили в ходе семинара, тоже на них отвечу. Итак, если говорить о вопросе, который поступил, наверное, один из первых,
Привітанне, мяне клічуць Мацвей, зараз навучаюся ў 10 класе, адкажыце, калі ласка, ці будзе магчыма здаць дзве мовы на С, беларускую і рускую. Адну як экзамен пасля школы, а іншую як ЦТ. Дзякую вялікі. Фактычна такая магчымасць будзе. У пытанні фактычна абазначаны і адказ на гэта пытанне. Да, на С, на школьным экзамене магчыма здаць па выбару толькі адну мову, а на ЦТ можна здаць іншую. Адказ, я думаю, утвярджальны ў данным сэнсе. Да. Так. Добрый день. Подскажите, в какие даты планируется проведение ЦЭ в 2023 году? Это будет май ориентировочно. Даты, естественно, будут определены более точно, чуть позднее. Май, на май нужно готовиться. Ну, ориентир, скажем, середина мая, но более точные даты пока называть не могу. С этим министерство определится чуть позднее. Они в обязательном порядке будут доведены до всех школ, до всех заинтересованных. Второй вопрос. ЦЭ по математике и русскому, и белорусскому будут в привычном формате ЦТ, как и раньше. Да, фактически я уже об этом говорил. ЦЭ и по русскому, и по белорусскому, и по математике. Но русский и белорусский одновременно сдать на ЦЭ будет нельзя. Но тем не менее, формат будет фактически как ЦТ. Будет не 41 пункт проведения ЦТ, а более 100 пунктов проведения ЦЭ, куда организованно будут подвозиться, это будет сделано организованно, школьники выпускных классов примут участие в аудиториях, будут розданы тесты, листы ответов, все это координируется Республиканским институтом контроля знаний, будет осуществлен контроль за порядком, соблюдением правил, объективностью и так далее. И, соответственно, результаты поступят в РИКС на обработку и будут оперативно, насколько это возможно, с учетом всех верификаций, проверок, доведены до выпускников школы, потому что эти результаты затем попадают в аттестат, как мы и говорили, в виде оценок. Они, вернее, учитываются при выставлении итоговой оценки по соответствующему предмету математика и государственный язык. При этом и сертификаты будут подготовлены и выданы выпускникам, но сертификаты нужны фактически уже для поступления в ВУЗ. Следующий вопрос. Можно ли сдавать единый экзамен в 23-м по белорусскому языку, если изучаешь русский в профильном классе? Коротко, да, можно. Еще вопросы. Можно ли сдавать ЦЭ по русскому, а потом написать ЦТ по белорусскому? Да, я уже ответил на вопрос, и ответ положительный – да. Можно ли будет сдавать ЦЭ по белорусскому, если, например, находишься в классе с русским профильным? Ответил – да, можно. Выбор государственного языка за выпускником. Как планируется поступление лиц, закончивших СУЗ на основе базового образования после 23-го года? Этот вопрос интересует в связи с тем, что планируется сдача двух экзаменов в виде ЦТ для получения аттестата о среднем образовании. Нужно ли будет сдавать абитуриенту, закончившему СУЗ, два экзамена вдобавок к профильным ЦТ для поступления в ВУЗ? Итак, опять же, в своем таком выступлении, если хотите, я этот вопрос затронул, но, может быть, не акцентировал внимание. Значит, выпускники колледжей, профтехучреждений, которые, например, поступили туда на базе 9 классов и получали общеобразовательный школьный компонент уже в колледже, напоминаю для слушателей, что в рамках новой редакции Кодекса об образовании у нас установлена обязательность общего среднего образования. Такие выпускники ЦЭ сдавать не будут. ЦЭ, централизованный экзамен, сдают только школьники, выпускники общеобразовательной школы. Соответственно, выпускники колледжей, профтехлицеев будут сдавать ЦТ в традиционной форме, по желанию, если они планируют поступать в ВУЗ. Напомню, что для выпускников колледжа есть иная траектория поступления на сокращенную форму получения образования, но только по профильным родственным специальностям, со сдачей внутренних вступительных испытаний по профильным предметам в ВУЗе.
Здравствуйте. Какое высшее учебное заведение на факультет физической культуры может поступить ребенок без сдачи экзаменов, если занял первое место в первенстве среди девушек 11 классов в республиканских соревнованиях среди учащихся учреждений общего среднего, видимо, образования по летнему многоборью и третье место в открытом кубке республиканских соревнований по ДСА в полевой стрельбе? Да, действительно, талантливая девушка, это хорошо, но здесь, если позволите, на этот вопрос я отвечу частично. Да, действительно, в правилах приема есть возможность льготного поступления на соответствующие специальности в области физической культуры, но для того, чтобы без вступительных экзаменов, это может касаться и БГУФКа, Белорусского государственного университета физической культуры, ряд наших региональных вузов, такой как Гродненский госуниверситет имени Янки Купала, Витебский университет имени Машерова, государственный, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорыны, значит, наш БГПУ, педагогический университет, фактически имеет в арсенале соответствующие специальности в области физической культуры и спорта, но здесь нужно четко определиться со статусом соревнований и с дипломом, который был получен по результатам победы. Здесь я автора вопроса все-таки адресую в Министерство спорта и туризма. Нужно четко сформулировать свой запрос и получить ответ, к какому типу соревнований относятся вот те соревнования, которые были обозначены. Потому что есть ряд соревнований, определенных в правилах приема, победители которых имеют льготы, однако эти вопросы трактует Министерство спорта и туризма. Поступил вопрос, один, видимо, из последних. Какой минимальный балл будет считаться положительным при сдаче математики на ЦТ в 23-м? Какой вид диплома будет выдаваться выпускнику в 23-м году, если он сдаст обязательное ЦТ? Язык математики на балл ниже положительного. Собственно говоря, если мы говорим о С, давайте разделим по-прежнему эти формы испытаний. С – это выпускной, в первую очередь, в школе. И ЦТ – это исключительное испытание для тех, кто желает поступить в ВУЗ. Оно не обязательно. Итак, что касается С, да, вне зависимости от результата, положительный, неположительный балл, с учетом результатов С будет доведен соответствующий порядок до выпускников школ, до педагогов, руководителей в виде нормативного акта, нормативно-правового. С учетом годовой оценки, с учетом успеваемости в 11 классе будет выводиться итоговая оценка, она попадет в любом случае в аттестат, и аттестат будет выдан государственного образца. Это аттестат, который, собственно говоря, свидетельствует о получении общего среднего образования. А вот если мы уже говорим о ЦТ и приеме результатов ЦЭ в ВУЗы, это уже другая история. Вот здесь пороги, которые, собственно говоря, у нас давно существуют, пороговые баллы, они будут. Это будет касаться и ЦТ, и ЦЭ. И вот если говорить о нынешних реалиях, потому что к 2023 году вопросы эти будут еще рассматриваться дополнительно, пороги могут измениться, но сегодня ситуация такова. Если математика у нас первый профильный предмет считается на определенную специальность, то это 20 баллов пороговое значение. Если второй профильный, то, соответственно, 10 баллов. Ну и, в общем-то, на это, наверное, на сегодняшний день, скажу так, можно ориентироваться. Хотя мы знаем, что есть пороги пониженные, например, при поступлении на специальности военного блока, военной направленности, сельскохозяйственные и иные. Так, и, наверное, вторая часть вопроса, ну, я думаю, что я на нее тоже ответил. Вторая часть вопроса касалась, может быть, зачисления. Да, если выпускник сдаст на балл ниже положительного при сдаче обязательного ЦТ. Ну, ЦТ не обязательно, видимо, имелось в виду ЦЭ. Значит, в данном случае, да, если ниже порога, то в ВУЗ на эту специальность поступить будет нельзя. Потому что пороговые значения, они существуют и с высокой вероятностью сохранятся.
Однако, уважаемые абитуриенты, действительно отрадно, что много вопросов, касающихся 2023 года, но надо быть готовыми, что в рамках вот глобальное общее изменение, которое установлено правилами приема, я обозначил, но определенные локальные изменения, например, даже пороги, сроки приема, конечно, в 2023 году это еще будет определяться, скажем так, весной 2023 года. Поэтому, конечно же, мы будем дополнительно об этом информировать. Вот все вопросы, которые мне поступили, я полагаю, на них ответил. И если есть вопросы, которые поступили в ходе нашего эфира, а их, похоже, нет, значит, я буду надеяться, что хорошо все рассказал, значит, тогда, ну, наверное, уважаемые слушатели, позвольте с вами попрощаться и еще раз пожелать удачи при поступлении в наше учреждение образования. Спасибо.